За последнюю неделю тема общественного транспорта на слуху у всех, в том числе и у членов партии «Единая Россия». Накануне на заседании Президиума регионального политсовета обсудили внедрение новой транспортной системы. Новая программа должна заработать уже в первом квартале 2019-го. Поправки по ее работе необходимо утвердить законодательно, чтобы муниципальные власти могли контролировать работу транспортных компаний. На заседание пригласили и начальника управления дорожного хозяйства Игоря Бычкова. Он отметил, что трамвайные и троллейбусные сети уже переработаны. Буквально вот на этой неделе мы подготовили предложение по каждому маршруту. Основа этой программы – это предоставление приоритета нашему муниципальному предприятию «Ульяновск Электротранс». И причина не в том, что оно муниципальное, а причина в том, что две трети его сети имеют выделенные пути, соответственно, исключаются заторовые ситуации, он имеет большую провозную способность, которую нужно просто дозагружать. Что касается автобусов и маршруток, то новая схема движения будет готова и для данного вида транспорта. За 2 года перевозчики приобрели 250 новых современных автобусов на сумму 450 миллионов рублей. В том числе партийцы подняли вопрос плохой работы транспорта в час пик. По словам Бычкова, соответствующие корректировки расписания маршруток уже готовятся. Все рекомендации партийцев будут учтены.